Босс Махел. Босс Махел в 2010 году провел выдающийся матч, выступая за Халл в Лондоне против Тоттенхэма. Но сейчас Уинсдом. Уинсдом. И удар по воротам. Гол. Вот это гол. Сессиньон забивает первый мяч в сегодняшнем матче. 8-я минута. Вот это контратака. Уинсдом. Сессиньон. И удар нападающего сборной Бенина. Вот так начинается эта атака. Это Брандт. Босс Махел выбивает. Брандт делает пас на Уиздома. Несется вперед. Уиздом делает пас из линии штрафной. Сессиньон буквально вколачивает мяч в девятку. И даже великолепный Дехе ничего поделать не может. Рохо не стал выдвигаться на бенинца, и тот пробил с лету. Какие претензии к Дехе? Ну, никаких. Такие мячи не берутся. 1-0. И Алан Ирвин в восторге. Шикарный мяч. Шикарный гол. И игра приобретает удивительный оттенок. Крайний и Робин ван Перси на острие атак. Капитан команды, 20-й номер. Луи ван Гаал, главный тренер. Атакует, атакует. Манчестер Юнайтед. Фелайни бьет по воротам и забивает. В эти же ворота. Сумасшедшим по силе и точности ударом. Ван Гаал. Ван Гаал угадывает. И Фелайни вколачивает мяч в ворота. 48-я минута. Пресс Манчестера все-таки дает. Плоды. Какой удар наносит Фелайни. Все сделал сам. Подача Ди Марии. Дальше. Смотрите. Уходит одного защитника. Второго выигрывает позицию у Лескота. Уходит от защитника. Это Паканьоли. И из Паканьоли бьет. Мощнейший удар с правой. В девятку. Эти удары не берутся. Вот так Манчестер Юнайтед сравнивает счет. 1-1. 1-1. И скамеечка запасных. Да, видимо, Луи ван Гаал провел беседу. Вы знаете, что Брандт, железный североирландец, идет вперед. И пас! Нет положения вне игры. Берахино! Берахино! 2-1. Берахино. То, о чем я вам говорил. Атакуешь, но рот не разевай. Смотри за обороной. Будь начеку. И вот она, контратака. Нет положения вне игры. Задержался Рафаэль. И Берахино все сделал идеально. Вот такой пас от Брандта. Уже оправдал выход североирландского капитана. И под штангу. Не берущийся мяч. Не берущийся. Вот он. Сейду Берахино. Уроженец Бурунди. Игрок молодежной сборной Англии. Чем-то он похож на Стерлинга из Ливерпуля. Лихие ребята. 2-1. Вест Бром выходит вперед. Вот так. На Рафаэля. Может быть, Янг нырнет красиво. Иди назначит пенальти. Нет, до Фалькао мяч не доходит. Блинт, удар по воротам. Гол! Блинт забивает. Гол на 87-й минуте. Удар! Смотрим еще раз этот момент. Рафаэль, подача. Отбивается мяч, и никто не накрывает. И опаздывает. Крейг Доусон и в самый уголок бьет, блин, причем бьет технично. Смотрите, как пробил. Эх, в самый угол, и Босс Махел не смог спасти свою команду. Блин, шикарное просто исполнение, технически безупречное.